В конце недели в нашем городе состоится масштабное спортивное событие – международный фестиваль «Тафиса». Центральные стадионы и арены уже готовы к приему иностранных гостей. А как обстоят дела на спортобъектах? Наша съемочная группа посетила бассейн «Юность» в Заволжском районе. Комплекс, расположенный на улице 40 лет Победы, оказался востребованным у подрастающего поколения. Ремонт сделан недавно, группа набрана под завязку. Пора готовить новых чемпионов. В этом году мы сформировали 5 групп спортивно-оздоровительных в начальной подготовке. Около 100 новых детишек в возрасте 7-8 лет приступит к занятию плаванием в этом году. Главное достояние этого комплекса – талантливые тренеры. Родители довольны качеством образования. У меня здесь занимается старшая дочка, и в этом году отдаю сюда и младшего ребенка. Секция очень нравится. Хочу сказать, что результат у детей очень быстро появляется. Очень сильный тренерский состав. То есть ребенок через месяц уже начинает плавать. Рядом с «Юностью» расположен стадион «Старт». Он прикреплен к одноименной спортшколе. Учреждение благополучное, однако есть к чему стремиться. Ну, конечно, хотелось бы еще искусственных полей. Вот. Чем больше полей, тем можно спокойно заниматься. Опять на стадионе «Старт» 600 с лишним воспитанников. И где они должны заниматься, представляете, где, если мы все видим, выйдем на тренировку, да? Ребятам очень нравится заниматься на стадионе. У некоторых из них даже есть огромные планы на футбольное будущее. Я хочу быть как Роналду, и я болею за команду Реала Мадрид. В спортивных школах уже создаются будущие олимпийцы и легенды футбола. Виктория Чиркова, Юрий Ломатов, новости Улправда ТВ.